Константин, если не воит, порь судей Чентура, порь всяк чепти, кемаря луй ляпер. Костя, мне нужен не ты, мне нужен твой пояс. Пиздяло, с кем нас? Адверсар лумеет дворец в чест пимыни. Дарьеву вам пригодит лаусуд в чест. Ну, мой пентру Виктория. Фикари все ровно в орбе, да, ну что, кто цикла фикари ровно, гасиму супер и ровно. Еще я ждем там сегодня мы. Сегодня пройдет турнир KOKO Grand Prix, и я хочу представить участников титульного боя за звание чемпиона мира King of Kings. Ну а самое главное, хотел пожелать бы спортсменам, что самое главное, здоровья, закончить бои без травм, вот, и даже, естественно, что будут проигравшие. Те, кто проиграет бои, чтобы они не расстраивались, что без, иногда проигрыш больше подталкивает к работе, чем победа. Сопернику только удачи, чтобы показали хороший бой, вот, что я беспроигрышную серию прерывать не хочу, поэтому я буду делать все возможное, чтобы моя серия продолжалась. Дело лут так сегодня с Хашура мы не ласала Польваленты, мы ждем ну майла Виктория, алт фелничну платьфи. Ши дорез сукчес адверсар Лумео и Мидио Бароне. O să-i demonstrez mâinii de ce nu-i bine să vorbească înainte de luptă, iar a doua oară sigur se va gândi înainte să deschidă gura. Încep? Ia uitați, veniți să vedeți ce fac cu Dragoș, uitați așa aici. Așa și ghinii o să dea la highlight-ul meu. Vedeți? Așa. Pizdealul se cheamă asta. Vreau să spun un lucru foarte important. Mâine susținem sportivii din Moldova, totodată și oaspeții noștri, dar eu personal o să îmi pun pentru moldovenii noștri. O să retrăiesc la maxim pentru ei și o să vin să-i urmăresc. Mersi mult! Константин Цуцу и Игорь Ляпин сунт дой луптатори фарти бун. Ла момент и сукот и консидер. Я уни дин чеми бун луптатори на часто категории. Есть его интрига интересанта, деорече Константин Цуцу л-а câștigat într-o piramidă pe Igor Ляпин prin нокаут. Константин Цуцу a pierdut prin нокаут de la Эльба Уни. Игорь Ляпин l-a câștigat pe Эльба Уни. Este o intrigă foarte interesantă și cred că în decembrie vom avea o luptă de zile mari. Специально для Константина Цуцу, Костя, мне нужен не ты, мне нужен твой пояс. Ты для нас маленькое препятствие.